У меня два же ствола, блин. Всем здравствуйте, еду на охоту с ночевой. Вот так вот у меня там вещей, не знаю, видно нет. Еду один, Александр отказался. На озере должны ждать уже товарищи. Еще с одного YouTube канала, в общем, встреча каналов у нас. На, так скажем, открытие охоты. Как-то вот так вот, сейчас я быстренько доеду. Если вечером, что получится, вечером поснимаю, если у меня камера в строе не выйдет. Если нет, то утром посмотрим, сейчас мне доехать минут 20 осталось, быстренько. Сегодня у нас встреча двух каналов. Мы живем в деревне, и рыжая борода. О, оператор, да, здравствуйте. А ваши документы Роспотребнадзор. У нас энцефалит в районе или коронавирус? А вчера по деревне ездили, ходили. А я жуть люблю трофеи. Здравствуйте. Это вам подарили? Да. Голова сушится. У него что-то было черное, так вот выпирало, оно сушится. Я лебедя буду изображать в поле сидеть. Монок взял лебединый? Да. У него монков куча сейчас. Блять, летят. Утка уже, оказывается, вся летит. В общем, надо гнать. Гнать надо, успевать. Иначе ее всю съедят. Ух. Кочки, ага. Вот такая дорога полевой, сейчас еще километров 7, наверное. Не знаю, не замерил. Мне кажется, долго вокруг объезжать. Что-то сзади валится. О, у меня же еще там утка сидит, точно. Гоню как дурак. Все, сбавляем, сбавляем. Они всяко летят. А это кто? Это что за мужик? Сейчас один проходил, белого не видел тут? Вон, он сейчас идет. Поверили, да? Стоят они, ага. Так, они к ним и прилетели, еще бы на машину залезли. Стоят. Вся утка тут. Тут вся утка. Сейчас я тут сяду, вся утка будет здесь. Пусть они там стоят. Иди, говорит, Миша, туда. Там утки нет. Вся утка тут. Блогер, ты же должен понимать, что главное заинтересовать. От того белого человека остались только мокрые кроссовки. Моего это, коптилку. Я по нему бах-бах, он туда, я бах-бах, только вот. Ну, для охотников погоды плохой не бывает. Да, Михаил? Не знаю, я звонил сегодня одному такому охотнику. Настоящему сибиряку, да? Нет, давай лучше, наверное, будем чай на ней кипятить. Сюда вот поставим сейчас. Потому что давай уже что-нибудь. Я хочу есть. Да. Давай что-нибудь уже приготовим. Сюда сейчас поставим. Ухи не будет, что ли? Ухи не будет. Плыви давай. Я дорогу забыл. Это утка, да? Да. Вот ротанов бы я бы поел копченых сулюзей. Есть дома копченые, я не стал их брать специально. И мясо у тебя есть дома, да? Тут-то мы, думаю, сейчас набьем. А они, конечно, вот так вот руками. Нет, машут, если бы ты в своем белом костюме не пришел, мы бы стреляли вот этих, которые летели. Напугались, да? Так все-таки это был ты, да? Все-таки напугались, да, этого мужика? Вот. Как только находят, я кря-кря-кря, вот так вот. Сюда, короче.
Блин, пахнет чем-то паленым. Да тут все шкварчит, все в дыму, все, не видно ничего. Но процесс пошел. Это они дымятся или это из них пар просто идет? О, сапоги. Да, вот чем воняет. Я думал, это уткой. Да нет, вроде нормально. Ладно, я их потом одену, они на мне-то быстрее высохнут, наверное. Я стою, короче, в камушах, шлёп-шлёп так вот по воде. Думал, лебедь, да? Белый, смотрю, белый, мелькает же белый. Вижу-то плохо, но белый. Думаю, я по нему бах туда. Он, я туда. А чё, еду дорогой, все смотрят на меня. Ну а чё, да? А ты с дома ехал в эту гостю? Ну тут я не понял. Что ты? Сейчас сломается и чайник упадет. Нет, она еще долго будет. Ты что ли не видишь? Не. Ну вот ветра бы не было, сейчас бы уже все кипело давно. Да, понимаешь? И так один закипятили уже. Ветра чай. Бы не было, я бы уже утку перебил. Да, надо заварку приготовить. Я-то сразу буду засыпать. Кого ты будешь засыпать? Заварку. А, чай, точно, вот она, заварка. Ага. А ты так хотел. А в темноте же не видать, то ли просто вода. Не видать, я думал, он скипятил, и все. Ты яму собрался пить, что ли? Ты че? Я в прошлый раз пил, ты че? Ну ты не понял. Так, 20. Сколько я? 28 раз всего стрельнул. 9 сбитых, 7 подоб. 5. Камера шла, 5 я. Что мне есть, больше нечего, что ли? Ну а что, правильно, у тебя свой чайник есть, что я? Твою воду прозрачную пить. Да, сготовилась и наша уточка. Мясо, наверное, придется ждать, пока остынет. Ни разу копченую утку не пробовал. По выходных условиях. Вкусная, наверное. В том году-то твой друг спорол, даже не дал попробовать. Не знаю, я не пробовал ни разу. Ну что, будем тестировать? Утка, да, это у тебя. Вкусная, наверное. Да? Харти, как ты думаешь? Надо какой-то светильник делать, что не делать. Да, нормально все. Видно? Да, видно. Ну все, выключай камеру. Она горячая, да? Нет, так, мяша одна. Ой, да она у вас еще и сгорела. Два канала старались, да, жарить, коптить утку. Мы живем в деревне и рыжая борода. В описании оставим ссылку. Конечно, я ушел, они сразу что-то опять про меня наговаривают. Да-да. А ты там переодеваешься, я уж не буду тебя снимать. А может, кому-то интересно бы было посмотреть? Мне дали ножку, ура! Хозяин мне дал ножку. Поздно утку меня кормить. У меня патронтаж, видишь, туго завязан, и все, у меня он это, мне его не развязать до утра. О! Ну ты гений, блядь. Сейчас сожги. В патронташе у костра сел, пусть нагревают. А видел, какие у меня новые носки, да, крутые? У тебя стоги еще, наверное. Да, маленький, когда еще был. То ли ими сразу запахло, то ли не. А, тут еще и укули. Время начала 7. Камеру я забыл в машине. Добыто у меня от водки 2 и на воде 2. Вон там, в общем, вдалеке сейчас летит одна. Вот так вот. Стрельнул я 5 раз.
Там чайка. Народу сильно мало, выстрелов тоже мало в озере. Иван, нет-нет, стрельнет еще вроде. Ой, наверное, все. Вот там он летит. Время 7:40. Уточки налетают единичные. Это вроде решила все-таки крякать моя. Там, в общем, вот у меня плавает одна. Эх, стрельнул уже 19 раз получается. Вот, вот. Как вот охота. Какое-то сентября сегодня, не знаю уже. Вторая неделя охоты. Я снова искал уток. И в этот раз я всех нашел. Этот сиряк пер как сумасшедший. Я был, получается, вон в том носке. Он пер вот так вот вдоль частины. Утка у меня. Вон, не знаю, видно, не видно. Все так же на телефон снимаю, сейчас батарейка сядет. В общем, по инерции он пролетел еще, наверное, метров 40. Утки сейчас мало. Там камыш у меня редкий. Три раза выплывал, тем более. И стал очень заметный. Они как-то налетают с этого края. И потом, получается, маленько до меня не долетает и в сторону заворачивают. Переплыл сейчас, получается, сюда. Хожу по лабзе. Вот так вот тут. О, а где это? А вот она у меня тычка. А все тогда... Встану где-нибудь тут в углу постою. Ну и, наверное, все. А этот там все стреляет, все ему мало. Стреляет и стреляет. Парень со второго канала. Мы живем в деревне. Он, наверное, собрался жить на озере. Жарко опять. Ну как ваше впечатление об охоте, Михаил? Этот парень со второго канала, я думаю, куда он их бьет, куда он их бьет, у него вон все. Утка есть, как мне звонил товарищ, я думал нет, а оказывается охота удалась, скажем, да? Ну да, мне понравилось. На следующих выходных опять поедем. Так что все, будем собираться.